Буду печь яблочно-тыквенно-банановые оладушки. И для этого для начала необходимо 2 банана размягчить вилкой. Для того, чтобы банан не темнел, немножко сбрызгиваем его лимонным соком и сразу добавлю еще корицу. Разбиваю сюда 2 куриных яйца, размешиваю. И теперь нам сюда необходимо натереть 2 крупных яблока и 400 грамм тыквы на крупную терку. Яблоко очищаю от кожуры. И теперь все буду это натирать на крупные терки. Натирать буду сразу сюда в емкость для смешивания. Теперь все это перемешиваю и буду сюда добавлять 10 столовых ложек просеянной муки. Затем перемешаю, посмотрю на консистенцию и при необходимости еще добавлю. И также теперь сюда добавляю 2 чайные ложки разрыхлителя. И тщательно перемешиваю. Обжаривать буду на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать можно и со сметаной, и с вареньем, с любимым вашим джемом, и с кленовым сиропом, с медом. В общем, с чем вы только любите. Ну и за счет фруктовой составляющей, хоть они и без сахара, но все равно они получаются достаточно сладкие. Я думаю, понравятся и детям, и взрослым. Попробуйте. И потом делитесь в комментариях, как вам. Выкладываю на разогретую сковороду столовой ложкой и формирую оладушки. Обжаривать буду с обеих сторон на среднем огне, для того, чтобы они у меня пропеклись, но не подгорели. Выкладываю на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Вот такое количество оладушек получилось из исходных продуктов. Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится. И если у вас при жарке они не будут держать форму, будут так как бы разрываться, то можете добавить еще немного муки. Подавать буду со сметаной и пряным вишневым вареньем. Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится и желаю вам приятного аппетита!